Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Сегодня вашему вниманию хочу предложить быстрый рецепт и очень легкий. Пышные оладьи с начинкой с яблоком и с нутеллой. Очень любимый завтрак для моей семьи. Надеюсь, будет и для вашей. Забирайте в копилочку к себе этот рецепт и давайте начнем приготовление. Я всем желаю удачи на кухне! Кефир комнатной температуры выливаю в миску 500 мл. 1/2 чайную ложечку соли. Я добавляю 3 грамма ванильного сахара. 1 столовую ложечку сахара. Очень люблю в оладушках. Вот я предыдущее видео делала, где я добавляла тростниковый сахар. С тростниковым сахаром более вкуснее. Но можно и так. Обратите внимание, соду не добавляю пока. То есть мы сейчас добавляем все ингредиенты, соду в самый последний момент, чтобы сода поднимала наше тесто в момент выпекания оладушек. 1 яйцо добавляем. И желток, и белок вместе. Вот на этом этапе я сейчас уже подготовила яблочко. Я буду с наполнением делать некоторые оладушки. Яблочко натерла на крупной терке. Во взаимодействии с воздухом оно сразу потемнело. Сахар не добавляю, чтобы сок не выделялся. И сюда же добавляю 0,5 чайной ложечки корицы в яблочко. Все хорошенько перемешиваю, чтобы оно у нас было душистым. Вот я яблочко смешала. Точно так же можно смешать грушу. Можно добавить изюм. Можно добавить орехи. Понемножку будем добавлять. Я 3 вида сделаю: с нутеллой, с яблочком и просто классические оладушки. Пышные, как пух, как облачко. Все это готово. Уже сковородку я включила. Более того, ее хорошо раскалила и налила туда 100 мл растительного масла, чтобы они жарились у нас как пирожки, практически во фритюре. И сейчас мы все смешиваем. И сейчас добавляем муку. Муки у меня 430 грамм. Смотрите на конечный результат. Очень важно, какое должно получиться тесто в конце. И вот на этом этапе мы добавляем 0,5 чайной ложечки соды. И сейчас быстренько мешаем. Вот такое тесто должно получиться. Видите, оно густое довольно-таки. Как хорошая густая сметана. И прям я слышу, как оно шумит. То есть сода начала работать. Долго не вымешиваем, чтобы наши оладушки были нежными. Но у меня на канале есть разные оладушки, где я готовлю без яйца. Очень нежные. Так что зайдите, посмотрите. Я вам ссылочки оставлю под видео в описании. Масло у нас раскалилось. И мы сейчас выкладываем, переводим на медленный огонь, половину выкладываем там, где мы хотим начинку положить. Сверху выкладываем вот так начинку. Просто экспериментируйте. Благодаря вот такой фантазии у вас будет получаться очень интересная выпечка. Огонь должен быть медленный, чтобы оно все равномерно прожаривалось. Переворачиваем вилочкой и накрываем крышкой. Вот так. Так как масла много, так чтобы не образовывался конденсат, я выкладываю вот так на ручку, чтобы капель не было воды. И прожариваем. Тут же рядышком сейчас сделаем с нутеллой. Вот так их немножко нужно распластать и выкладывать на расстоянии друг от друга. По пол ложечки чайной в серединку. И сверху. Также можно по такому принципу готовить и с куриным фаршем. С мясным я не пробовала, а вот с куриным фаршем очень хорошо. Великолепно пропекаются под закрытой крышечкой.
Здесь нужно нам оладушки еще перевернуть, чтобы они везде равномерно пропеклись. Посмотрите, это не оладушки, а пирожки натуральные. Корочка уже образуется, и легко вилочкой можно поддеть. Здесь немножко шоколад проглядывает, но это ничего страшного. И накрываем крышечкой. Как я уже говорила, вот так немножко их собираем, немножко приоткрыв. Обжариваем. С яблочком уже готовы. На тарелочку выкладываем. Предварительно выстелили бумажным полотенцем, чтобы излишний жир стекал. Посмотрите, какие они красивые, какой ароматный запах стоит у меня на кухне. И сейчас еще с нутеллой у нас доходит. А сейчас мы выкладываем простые. Выкладываем отдельно, без начинки, чтобы различать. Все готово. Пусть немножко остынет и будем пробовать. Посмотрите с нутеллой, какие они получились внутри. Посмотрите. Красивые, ароматные, вкусные. И с яблочком внутри. Посмотрите, какая красота. Посмотрите, как они пропеклись внутри. Как они ароматно пахнут. Посмотрите, быстро, вкусно и очень красиво. Очень вкусные и очень пышные оладьи у нас получились. Как пончики, как пирожки. С очень вкусной и интересной начинкой, с яблочком и нутеллой. Всем настоятельно рекомендую приготовить по этому рецепту. Итак, дорогие друзья, если вам понравилось мое видео или было полезно, ставьте лайк, поддержите наш канал лайком. Делитесь моим видео со своими друзьями и близкими. Пишите в комментариях, как получается у вас. Я вам буду очень признательна. Если впервые на моем канале, не забудьте подписаться, нажимайте на колокольчик справа, чтобы не пропускать выход нового видео. Я желаю вам всего самого наилучшего, здоровья и до новых встреч на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Пока-пока, друзья!